стой, стой, ты куда? Стой! Стой, стой, тебе говорю! Таффи, смотри, там твой друг Рекс. Фу, наконец-то ты остановился, Рекс! Если ты так будешь себя вести, я больше не пойду с тобой гулять, понятно? А, привет, Макс! Здравствуйте, тетя Света! Привет, Таффи, если бы не ты, убежал бы я сейчас с Рексом на другой конец города, наверное. О, Таффи, а ты что такая толстая, а? Макс, она не толстая, она ждет щеночков. О, щеночков? Ничего себе! Прям так же, как и вы! Ну да, Макс, только я жду не щеночков, а сыночка! Таффи, Таффи, ты куда? Таффи, вот это да! Ой, ой, как же тяжело мне стало за тобой прибирать! Ай, я даже не могу наклониться! Ой, ай, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Тетя Света, что с вами? Вам плохо? Давайте я вам помогу. Давайте я за Таффи уберу. Ну вот, все готово. Вам лучше, а? Ой, Макс, ой-ой-ой, по-моему, не лучше. Макс, ай, мне кажется, мой сын очень хочет уже появиться. Позвони, пожалуйста, в скорую помощь, а? Что? Как это появиться? Прям здесь? О, нет, это никуда не годится. Сейчас я позвоню. Тетя Света, вы это, давайте я вам помогу. Присаживайтесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Спасибо, Макс. А, Таффи, только не говори, что и тебе уже пора. Макс, ты звонишь? Тетя Света, я уже позвонил, да, ждем. Сказали, сейчас приедут. Я очень надеюсь, что успеют. Бегу. Так, кто где у нас рожает? Сейчас всем помогу. Ой, доктор, вы знаете, наверное, я. А еще моя собака. Ой, ой, как же это так получилось? Вы можете взять и мою собаку тоже? Собаку? Ну, у нас больница для людей. Я все понимаю, но ей нельзя оставаться на улице одной. У нее должны появиться щенята. Не нервничайте, не волнуйтесь. Ладно, собака так собака. Таффи, ко мне, ко мне. Отлично, поехали. Тетя Света, удачи вам. Я позвоню маме, и мы вас обязательно навестим. Таффи, давай пока. Так, некогда, некогда, нужно ехать. Нужно срочно позвонить маме. Хотя нет, бежать домой. Рекс, побежали скорее. Мама, 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 Катя, Диана, вы не представляете, что сейчас было? Что, Макс, что ты такой напуганный? Я напуганный? Да я не напуганный, я это, в шоке. Тетя Света, мама, тетя Света уехала на скорую больницу. Сегодня у нее появится малыш, а еще ее собака. У нее появятся щенки, вы представляете? Что? О, Света? Ой, ничего себе, а ты-то откуда это все знаешь? Мам, да это, на площадке гуляла с Рексом, она гуляла с Таффи, и это, Таффи, этот, ну тут дела свои сделала, тетя Света такая наклонилась, такая, и говорит, скорую быстро-быстро вызову, я вызвала, скоро приехала, ее забрала, и собаку тоже, вот, я обещала ее навестить. О, ничего себе, конечно, конечно, мы ее навестим, сейчас же ей напишу, как там все разрешится, она мне позвонит. Ну что ж, Светлана, я вас поздравляю. У вас отличный крепкий малыш. Мальчик, держите, мы его взвесили, все измерили, теперь он может лежать с вами. Возьмите. Ой, ты какой маленький. Ой, мой малыш, как же тебя назвать? Таффи, Таффи, доктор, Таффи начала рожать. Ничего, с ней справимся. Главное, не нервничайте. Таффи, Таффи, давай, давай. Я вас поздравляю, у вас тройня. Как тройня? В смысле тройня? Вы же принесли мне одного малыша. Да у меня один и должен быть. Какая еще тройня? Ой, да что вы, успокойтесь. У собаки вашей три щенка. Фу, у собаки? Ой, молодец какая.
Три щеночка теперь. И сыночек Зая. Так, ну все, вроде все отлично. Давайте я вам немного покажу и расскажу. Так, вот этот стульчик, он делается лежа. В него можете ребеночка сажать. Вот здесь раковина, водичка. Ребеночка можно здесь подмывать. Можно вот в этой ванночке искупать. Так, щенки же еще. Для щеночков ванночка вот здесь. Тоже можно вымыть. Так, кормят у нас по расписанию. Скоро будет обед, вам все принесут. Все понятно вам? Так, 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 ага, все понятно. Спасибо, доктор, спасибо вам огромное. Да пожалуйста, это наша работа. Ой, а кто там? Здравствуйте, я подруга, можно? Света, я тебя поздравляю. Даша, привет! Держи букет. А еще Макс передал тебе Мишку. Ой, Мишку, цветы, спасибо большое. Совсем забыла про Макса. Он у тебя такой молодец. Если бы не он, не знаю, что бы и было. Да ладно тебе, любой бы поступил так же в данной ситуации. Дай-ка мне на малыша взглянуть. Ой, а кто это тут такой у нас? На Дианку как похож. Ой, или на Макса в детстве. Точно, вылитый маленький Макс. Ой, как назовешь, Света, а? Маленький Макс, говоришь? Так пусть это будет наш маленький Макс. Максимочка, ой ты. Даша, спасибо тебе большое. Что бы я делала без вас? Доктор, и вам огромное, огромное спасибо. Вы такие у меня все молодцы. Ой, ну я сегодня так устала. Так устала, можно я полежу, а? Конечно, конечно, лежи, отдыхай. Вам нужно обоим отдохнуть. И тебе, Тафи. А мы тогда пойдем и не будем мешать. Дети, я только что была у тети Светы. О, мам, и что, как там у нее дела, а? Дела? Макс, все нормально, родила. А знаешь, как назвала? Не, мам, не знаю, это что там было, ну, как назвала? А назвала Максимом, представляешь? О, еще один Макс! Ха! Какие крутые у нас сегодня дела! Ух ты, у нас будет маленький Максимка! Ура! Ну что, ребята, девочки и мальчики, ставьте лайки вверх, свои пальчики, подписывайтесь на канал Дринолка ТВ и смотрите новые серии! Пока-пока! Мам, а когда нам можно будет сходить к тете Свете, а? Макс, ну, я думаю, ее выпишут из больницы, и мы сходим к ней домой, ладно? Да? Детский канал Дринолка ТВ представляет! Подпишись на канал Дариналка, смотри мультики с нами!